жертвам, да? По углю тоже исторически цифры достигли там. Общий экспорт достиг где-то 26-27 миллионов тонн. Общая добыча до 40 миллионов тонн. Вот, по газу тоже максимально исторически, да, это цифра 15 миллиардов, да, ну, общая цифра с, ну, по нефти мы уже давно достигли, сейчас держится, добыча держится где-то в районе 12-14 миллионов тонн, ну, это, чтобы вы тоже сами понимали, да, мы ГСМ потребляем вот 1 миллион тонн, ну, чуть меньше миллиона тонн, перейдем от нефти к 2 триллиона, да. Ну и то, что я сказал вам, все исторические все цифры, уголь, нефть, газ, золото. Вот. Но при этом на этот год у нас заложено в бюджете 111 миллиардов субвенций, дотаций федерального центра. 111 миллиардов. Собственных доходов мы планируем получить 170 миллиардов. Да? Ну, точнее 165 миллиардов планируем получить. И таким образом мы опять входим в число самых высокодотируемых регионов России, да? Наравне с Дагестаном, Чечней. Почему вот сразу возникает вопрос, да? Где деньги? Деньги, где деньги? Если мы экономическая политика выстроилась неправильно, да? Потому что если в 90-е годы республика в основном набирала активы. Ну, вы сами понимаете, что такое актив и пассив. Да, пассив – это то, что у нас недвижимость, то есть актив, то, который нам приносит собственный доход. Если 90-е годы, благодаря той политике, которую проводил Михаил Ефимович Николаев, да, ну, исторически так сложилось. У нас вот все союзные, союзного значения все объединения. Производственное объединение Якут-Алмаз, производственное объединение Якут-Золото, производственное объединение Якут-Газпром, Якут-Уголь, все перешли в собственность республики. Ну, 90-е годы, благодаря этому, там, ну, как-то вот пережили. Если так сравнивать с другими регионами, мы его пережили хорошо. $10 бунцы стоил, все вот так, и алмазы, и так далее, все имело очень низкую цену. И вот наступили 2000-е годы. Владимир Владимирович Путин пришел в власть, да, доллар, нефть стоила 15, там около 15 долларов. Вот, в 2004 году она стоила уже сколько? 140, да. 140, доходила до 140, до 140. Благодаря этому Россия рассчитала со всеми своими долгами. А что наша республика, да? Ну, в нашей республике тоже произошла эта смена лидера. Вот. А наша республика пошла по другому пути. Все стали продавать. Ну, первая продажа была ЮКОС, вот Саханнефтегаз купил. ЮКОС сюда привел не кто иной, а привел сам председатель правительства России, да. И в том числе и Талакан должен был, Талаканская нефть должна была уйти напрямую в Китай. И Ходорковский сопровождал Касьянова, и ЮКОС сразу определили в этом же соглашении, ЮКОС определили оператором вот этого соглашения, без правительства. И поэтому вот таким образом, когда говорят Ходорковского, Николая сюда привел, это ошибается, потому что Касьянов сюда отправил Ходорковского. И таким образом Ходорковский здесь первый выкупил у нас Саханнефтегаз акции, купил выкупил 25% плюс 1, и ищил с республикой меморандум о том, что он больше 25% свою долю увеличивать не будет, и будет складывать на развитие Талакан. Но к третьему году, когда я уже стал во главе Саханнефтегаза, это было нарушено. Нарушено было каким образом? Они уже владели 51%, у них доли были через Кипр. Через Кипр. 18-19%, и в итоге у них и названия у этих компаний все были одинаковые. Юпитер, Венера, Сатурн. Космические уже там названия, да. И вот они стали, естественно, и, кстати, в руководство Саханнефтегаза меня привели ЮКОСов, а не Штров мне привел. Как, ну, Штров, Борисов были против, категорически были против, чтобы я возглавил Саханнефтегаз. Ну,
можете уже. Какой год? В 2003 году. Штрок, придя к власти, первое его, смотрите-ка, его действие первое, это он первым продал Якутуголь. То есть Якутуголь у нас был 1995 года по соглашению, у нас было три федеративных соглашения, помните, да? Подписывали Ельцина и Николая, подписывали три федеративных соглашения, по которому 95 года, да, номер даже помню, номер 9, да. По этому соглашению Якутуголь, в том числе в пакете Якутуголь, условия приватизации Якутуголя были уже отписаны. Это соглашение федеративное, оно имеет юридическую силу. Хотя потом кричали, что она не имеет силы, да, но все равно по суде проиграли мы из-за этого. В этом соглашении было описано 40%, 30% республика, 30% Росимущество, то есть федерал, и 40% коллектив. И вот он, трудовой коллектив, да, там около 16 тысяч, сколько тысяч человек работало, да? Вот они должны были вот этот, ну, те люди, которые, ну, это, она же была везде так, и в алмазах было так, в золоте было так, в Сахалин-Тригазе было так, чередали так все, судебными, с акционерами там, так далее. Он сказал, зачем нам это, коллективу 40% отдавать, и издал распоряжение, которое подписал Семен Николаевич, да? Назар, но и 100% признал за республику. Это распоряжение не было опубликовано. Неопубликованное распоряжение не имеет юридической силы. Полросы имеем сегодня 25%. Республика имеет, и мы имеем 8% ЛУС, да, 33% имеем. И благодаря этому мы получаем. Мы от прибыли получаем 33%, да, дивиденды получаем, плюс получаем социальные эти расходы, да, так далее. Мы сидим там в совете директоров, участвуем в управлении компанией, так далее, определяем социальную политику, ну, много-много чего, да. Вот, поэтому мы от Алроса имеем сегодня самое большое. Алроса вообще сегодня модель, идеальная модель, как регион должна работать, как сырьевая компания должна работать с государством, субъектом, да. А остальными вот у нас вот так вот получилось криво, да, они все это мимо идет. Вот 2003 год берем, бюджет, я сказал вам сколько, да, у нас 2003 год бюджет, инвест-программа написана, инвест-программа государственного бюджета 60 миллиардов рублей. Называем его инвест-программой. А что такое инвест-программа? Инвест-программа – это инвестиции. Инвестиции, вот рубль вложили, этот рубль должен вернуться, еще должен принести должен еще прибыль. Вот это называется инвест-программа. А мы на эти 60 миллиардов что делаем? Пассивы себе накапливаем. Пассивы, да, ну, если кто знает баланс, что такое, бухгалтерский баланс. Здесь у нас пассив, есть у нас актив. Да, вот мы себе накачиваем пассивы. Строим больницы, школы, дороги, то-то. И вот этот весь пассив нас требует чего? Содержание, так далее. И куда мы это все, куда мы это деваем? Опять сажаем, надо туда штат увеличивать, надо содержать. В республику у нас в самом-то деле только вот, открыли. Вот кладовку только открыли, ну, условно говоря так. Только открыли кладовку. Вот. Построили силу Сибири, построили ВСТО, строят железную дорогу на Охотское море, так далее, да, и только открывается, только система Кузьку разработали, ну, там республика будет что-то управлять. Поэтому это 2 триллиона, это не, ну, не такая, в самом-то деле, большая. Если Сургут-Нефтегаз, он 4,5 миллиарда кубушек держит, да, кубушки держит, да, деньги, наличные деньги, ну, не наличные деньги, а счета банка держит 4-5 триллионов рублей. А у нас республика 2 триллиона на территории. Никто же не говорит, я же не говорю о том, что давайте все эти деньги пустим. Строить же надо? Надо. У нас очень большой, износ. У нас стратегические предприятия, жизнеобеспечивающие предприятия. Сахатранс-Тигр, допустим, да? У нас сегодня 3 трубы, магистральные 3 трубы. Первая труба была построена 60 лет назад. Вдумайтесь, 60 лет назад.
Срок трубы, срок использования одной трубы, этой трубы, 25 лет. Часть этой трубы, она уже начата была уже 60 лет назад. Вся японская, что ли, тогда труба? А? Вся японская труба? Нет, не вся японская, да, ну, большая часть японская. И вот эта первая, вторая труба, они у нас уже износ полностью, да, износ полностью. Поэтому мы об этом, мы тоже молчим. У нас Сахалинский был, нефтебаза там, да, тоже износ очень большой. Какого года они построили, если так смотреть? Очень большой износ. Все они, ну, вы знаете, есть амортизационные счетчики. Все амортизационные счетчики съели. Лорд, у нас такая же ситуация. Якутия, авиация, такая же ситуация. Якутэнерго, вы сами знаете, да? У нас в Якутэнерго сейчас сети когда были построены? Сети были построены все в советское время, да? 20 тысяч километров в сети. Если точно говорят по Сахатранс-Нефтегазу, да, то, что мне ближе. Я не видел, чтобы они какие-то там себе стратегию залаживали, да, закладывали свои планы, потому что они будут, есть у них средства на обновление. У нас должно быть целеполагание, куда мы хотим выйти, как наращивать свои доходы, как участвовать там тогда. Вот. Есть понятие реальный сектор. Да, вот я считаю, что в реальном секторе мы сегодня не занимаемся. У нас 100 тысяч вахтовиков, ну да, конечно, мы их людей устраиваем, да, работа происходит, но не в том объеме, масштабы не те. Надо организованно надо там работать, а не вот так, да, ходить и устраивать только своих ребят. У нас сегодня, в 91 году у нас было 25 тысяч боровиков было. Сейчас сколько есть боровиков? Нету. Нефть и газа добываем 600 миллиардов, я говорю, ну, вот валовый доход, да, ну, это и то мы говорим из расчета мировых цен, мы же не знаем, по какой цене, ну, китайцам там продаем, это же коммерческая тайна, государственная тайна, да, но мы предполагаем, но если 600 миллиардов, то это экономика, 20 миллиардов, 20% от 600 миллиардов, 120 миллиардов это сервисная работа, это капитальный ремонт, текущий ремонт, бурение, геофизика, геология и так далее. То есть 120 миллиардов мы спокойно отдаем башкирам, татарам, краснодарцам. Да. Ну и потом вот сейчас, говорю, вот мы приехали несколько дней назад из Нерингри, везде гоняют объявления, требуется, готовы, Колмар, за свой счет переобучим, за свой счет. Пожалуйста, но люди же не идут. Тут не то, что вахтовики бедные, они будут вахтовиков вообще отстанет производство. Отсюда есть нюансы, да? Маленький нюанс, но все равно все. В этот дьявол, вы знаете, да, нюансы там откроются. Вот, допустим, пришел Адалян, купил лицензию. Ну, он лицензиат. Купил лицензию, он сидит там в 38-м этаже, там в Москва-Сити, он оттуда не вылазит. Вот он купил лицензию, пришел на Эльбу. И что делает? Он нанимает подрядчиков нанимает. Говорит, кричит, говорит, выходит на рынок, условно говоря, кричит, ау, мне нужны 20 тысяч. Взрывников, бульдозеристов, то-то-то-то, такой техники, то-то-то-то. И кто туда идет? Кого туда он затащил? Начиная от Донбасса, Донбасс, Краснодар, Красноярск, Кузбасс, так далее. И там сейчас уже 20 тысяч уже вахтовики. Вопрос организационный. А почему наших республиканских нету вот этих предприятий, которые могут взрывать, могут возить, могут... Это же элементарная работа. Тут ничего не надо, ничего не надо выдумывать. Ну, очень вопрос. Ага, вы что говорите? Вот, а потом уже... 15 лет нужно боровика воспитывать. Подожди, а потом же, вот эти, которые наняты, вот эти, да, и Комар так заработает. Ни одного своего нету, ни у Газпрома, ни у кого нет своего, да. У Богданова есть свои там сервисные службы, да, ну и то они выполняют там 30%, а все остальное он отдает подрядчикам. Мы потеряли вот этот сегмент рынка, да, вот, организованно, то есть мы не создаем своих, не поддерживаем своих. А тут он возьмет, вот допустим, вот он ходит, сидит, может он хочет заняться этим. А кто ему даст трактор, кто ему даст, или вот допустим, у того же Дамира сегодня один станок. Станок один сейчас новый стоит 5 миллионов долларов. Кто ему даст этот 5 миллионов, чтобы для того, чтобы
А республика-то почему не может? Если 60 миллиардов мы делаем, будьте добры, отдайте 30 миллиардов, сделайте линию, отдайте, купите это орудие, труда у нас нет. Вот что идет. Производственных сил нет для того, чтобы мы производили. Молодежь надо учить. Ташко. Нет, вы опять неправильно. Вы неправильно понимаете. Это подготовка. Я думаю, не все согласятся, что Кадамиру дали 5 миллионов долларов на то, чтобы он деньги потом зарабатывал, а мы тут сидели бы, чай пили. Нет, но мы же можем это делать под Сахатранснефтегаз. Почему не можно сделать? Мы же под Сахатранснефтегазом можем очень много привлечь. Мы не умеем пользоваться финансовыми этими инструментами. Вот смотрите, опять-таки вот вернемся к этому Абдалян. Что Абдалян вот купил вот этот ЛГА уголь или ЕТ купил, он за свои деньги, что ли, думаете, купил? Нет у него, во-первых, таких денег. И нет ни одного олигарха, ни одного бизнесмена, который деньги свои вкладывает в проект. Нет ни одного в мире. Все деньги берутся с рынка. Берет сначала проект, покупает лицензию и берет оттуда вот деньги, приводит, делает рынок, делает это, да, и потом привлекает эти деньги у третьих. У третьих с рынка привлекает деньги. Это классика. Это классика всего всей экономики, всего бизнеса. Почему мы не можем... Мы сегодня имеем, допустим, акции Алроса на 200 миллиардов. Мы этими акциями пользуемся? Вы видели, вы слышали, что мы этими акциями, под эти акции привлекали инвестиции? Под эти акции можно же было бы заложить, можно было купить ту же Эльгу самим, тот же ЕТЭК сами могли купить, да и дальше привлекать под проекты, могли сами привлекать. Что, мы дурнее, чем этот Алекс, что ли, этот Адалер? Сколько визга будет, если акции Алроса заложат? Вот, все смеются из-за того, что все нормальные бизнесмены смеются. Вот, мне стыдно, смеются, они говорят, вот, что вы этот, не умеете, не вы сидите, как пассивные акционеры сидите на сцене, да, и, ну, я говорю, да, мы такие, мы отмороженные. Вы оправдываете Абдалян тогда, он пришел, да? Вы оправдываете Абдаляна тогда, получается? Нет, мне его и хвалить нечего, я оправдывать нечего. Это он же пришел, и что? Он имеет право заходить. Он пришел, он имеет связи. Вопрос, ну я сам ГИ, руководитель организации здесь. Вот я беспокоен тем, что просека там между Покровкой и Доусьмай доделает, и сейчас вальщики приступают скоро, там немного осталось, километров 40 или 50. Говорят, что Абдалян ведет там газопровод. Откуда он ведет? С мостах или с новых месторождений там планируют? Мне на год, я в прошлом году читал, вот где-то в WhatsApp-группах, что там запасы газа осталось буквально там, сколько, 80 миллиардов кубов, там осталось буквально на Якутск, ну больше, чуть больше 10 лет. Потом Якутск перейдет топить, я не знаю, чем, углем или чем-то. Вот как вы считаете это самое? Вот там где просека делают, я на переводе, я вот думаю, откуда, где, зачем это, вот, откуда будет идти газ? Мы, тем более, от Амги, от Эрихи до Усмая, по-моему, километров 200 там. Да, мы этот вопрос обсуждали 2 года назад на ВИСе. Ну, ВИС, Высший инженерный совет. Обсуждали вот этот вопрос, да, мы пригласили ЕТЭК, ЕТЭК никто не пришел. Даже хотя бы отправили бы там главного инженера, вот они так относятся к нам. А в чем, чем это, чья это вина? Чья это вина? Нас ни во что не ставят. Вот, да, этот Павел Ксафонтов ставил вопрос, чтобы они пришли, отчитались, такой важный вопрос, отчитались перед Алтуманом, никто не пришел. Мы сами виноваты в этом. Извините, сами виноваты. Мы сами дали вот это все. А, естественно, этот Абдаляновский проект, который вот он оплатил, который он везде рисует, везде... профессионал, говорю, пустой, у него нету у него запасов нет. Для того, чтобы этот проект нормально выстроил, он же заказал Японию один, заплатил 5 миллионов, объявлял, он года 2 назад, 3 назад объявлял аукцион международный, и выиграли французы, да? Вот на Аян, выход на Аян. Они нарисовали этот, стоимость этого проекта 42 миллиарда евро. 42 миллиарда евро, да. Вот газа у него нет, естественно.
естественно, газовые. Вот то, что они газовые там нарисовали, тебе 600 говорят, что это читали в прошлом году. Мы увеличили газ, увеличили на 600 миллиардов. Это вранье. У них газа, ну, максимум 200 миллиардов, да? Как было, так и есть. Но они вот это все нарисовали, они просто хотят продать это. Еды. Купили дешево. Прибыль получат и уйдут, да, сразу? Да. Они хотят просто, они купили, воспользовались ситуацией. Все соки. Воспользовались ситуацией. Магомедова посадили, они купили, используя там свои, ну, не знаю, какие там. Купили, сейчас как красивую картинку нарисовали. Да, и говорят, на Аян будем строить большую трубу, вот у нас 600 миллиардов нарисовали на бумагах, там так далее, да. И пошли к Путину. И Путин в прошлом году, закончил. В марте Путин и сказал, отказал им. Потому что для того, чтобы они дальше, они хотели туда китайцев привлечь, так далее, для этого нужно иметь лицензию. Потому что у нас экспорт, монополист один, это Газпром. Вот я читал в прошлом осенью интервью Штурова, что вы привели именно, вы Афанасий Максима привел братьев Магомедов, и потом у него очень много долгов, и вроде объяснять тем, что Авдарян купил сколько там миллиардами долгов, это или как там, это вот где правда-то ваша? Вы привели Магомедов, значит, получается, а дальше не проваливает, ну выкачали все, а разворовали. И потом сейчас пришло Абдуляна. Так, где правда? Вы даже не ответили Штурову. Вы почему-то? Я отвечу. Я через суд отвечу. Я сейчас вот готовлю это. Судебный иск готовлю. Потому что это вопрос исторический. Исторический, да. Он же об этом молчал. Он же об этом, как в 18 году посадили Магомедова. Он же... В каком году? В 18 году. Ну, в 18 году посадили Магомедова, да? Недавно их осудили. И вот он после 18 года, друг Савва Анатольевич дал в Ютубе интервью дал и обвинил меня прямиком, что я продал Якут Газпром, я привел Магомедова, он вообще не знал, он с ними встретился после того, как они стали акционерами. Я хотел с ним услышать, что они хотят. А правда такова, кто я такой, чтобы продавать Якут Газпром? Я что, был владельцем Якут Газпрома? Вы сами себе задайте вопрос, как я могу продать то, что мне не принадлежит. Если бы я продал бы Якут Газпром, меня бы давно посадили, рядом бы сидел бы с Магомедовым. Раньше бы посадили. Как я могу продать, понимаете? То, что мне не принадлежит. Как? Я был наемным менеджером, я исполнял решение совета директоров, исполнял куча-куча. Там, когда ты наемный менеджер, ты даже ручку не можешь продать или налево пустить. Вот я когда был в Сахано-Сигазе, я мог без решения совета директоров распоряжаться 100 тысячами рублей. И то я возмущался, говорю, не могу даже себе нормальный коньяк купить. Шучу. Но это действительно так. Наемный менеджер не может ничего делать. Есть куча корпоративных правил. Для этого есть совет директоров, общее собрание акционеров. Поэтому мой народ у нас верит, что Афанасий, значит, продал. Да. Нет, не продал, а именно вы привели там, он вам говорит, он познакомил меня с братьями Магомедовым. Ну, как я могу их привел, даже если я привел, как я могу принять решение, чтобы они стали владельцами Якут Газпрома? Пусть не лукавит Беслан Анатольевич, да, он до того, как они стали акционерами, да, он, Беслан Анатольевич, с ними встречался. Договаривался. Он просто, эта история очень такая. Владимир Николаевич, сегодняшняя встреча – это начало избирательной кампании? Не понял. Сегодняшняя наша встреча – это начало избирательной кампании вашей? Я пока никуда не собираюсь, да, выборы, вы знаете, у нас очень будет выбор, большие выборы. Участвовать я буду в выборах. В каком качестве это? В качестве кандидата какие-то? Посмотрим. Давайте не будем. Когда будут. В самом деле у нас газа очень много. Нет. В Якутии очень много газа. У нас газа больше, чем нефти. Три раза больше газа, чем нефти. Да. Но даже больше, какой три раза больше газа. Но
у Казалсери, именно откуда мы сейчас добываем, да, там надо где-то 140 миллиардов, да, извлекаемых запасов, извлекаем 140 миллиардов. Но они вокруг сейчас ведут геологию, ведут разведку, ведут, будут потихоньку будут увеличивать. Там, они взяли очень много лицензий, взяли, Усмая взяли. Вот. Сейчас очень много ведется так называемый оригинальный работ, геосейсмика ведется сейчас. В Усталдане ведется, в Татчинском, Майском, Амгинском. Сейчас очень много идет этот. Начался второй этап после Советского Союза. Начался масштабная геология. Валерий Николаевич, но все-таки мне хотелось бы вернуться именно к акциям, которые вы говорите, мы могли бы заложить и зарабатывать. Мы должны будем поставить туда менеджера. Менеджера, видимо, какого-то наемного, опять же, да? То есть мы собственники. Что такое собственник государства? Я просто расскажу историю. Я был свидетелем, тогда жил в Нюрнберге. Приватизация Якутугля. Пришел Мечел. Что Мечел сделал? Ну, вышел весь республиканский топ-менеджмент, поменял службу безопасности, закрыл воровство топлива. Там у нас войны были, там людей убивали, за которые воровали в Якутугле. Прям приезжали туда бензовозы, сливались и воровали. Пошли, одного привлекли, он сбежал потом благополучно. 60 цистерн ему повесили, он украл из Якутугля. То есть они навели порядок. Они убрали, у каждого начальника участка была под задницей, извините, персоналка с водителем. У многих мастеров была персоналка с водителем. Даже вот до такого доходило. Они сократили, они подняли зарплату рабочим, они за год увеличили в 4 раза налоги, отчисления налогов за год. То есть, в принципе, эффективность частный бизнес показывает. Если мы вложим эти акции, ну, посадим туда, ну, их разворуют. Этот же Эльку разворуют. У нас денег все равно не хватит, столько там не дадут под республику. Если дадут, если там все это разворуют, мы потеряем и акции, и бюджет, и все. Тут, мне кажется, государству лезть в такие суперпроекты вообще смысла нет. Ну, вопрос в чем заключается? Что я говорю, стоит ли все-таки действительно вкладывать в такие большие инфраструктурные проекты, может быть, деньги республиканские, под залог республиканского бюджета, под залог наших акций? Я сомневаюсь очень в этом. Ну, смотрите, да, если хотите мое мнение услышать, да, я считаю, что, допустим, полезные ископаемые, вообще, я считаю, в России должны владеть государством. Ну, это я 100% так убежден в этом. Во всем мире, так или иначе, государство полностью в руках держит все. Ну, про Ближний Восток вообще об этом даже речи не идет. Европейцы, которые добывают, Норвегия, там, так далее. 100% все государственные. Добыча. Все. Ну, газ, там, все крупные месторождения, все это. Американцы так или иначе все равно это контролируют. Если даже говорят частники, там, так далее, все равно у них есть много других способов контролировать. Про Китай я вообще не говорю. Про Китай там не имеет права частник владеть полезными ископаемыми. А у нас вот все вот так получилось. Да, в 90-е годы, вот это, как нам катком прошелся. Вот, поэтому мы же говорим, вот опять-таки, давайте вот вернемся, да, мы говорим, вот вернемся тому, да, тому разговору, вот Штроф говорит. И государство неэффективное, это собственно. А что у нас Алроса неэффективный собственник? Я считаю, уверен, что, допустим, тот же Якутгазпром, ну, ЕТЭП, Эльга, там так далее, да, мы должны были остаться в руках государства. Это все спутниковый газ же был создан, был еще начиная там с 40-х годов, государство сколько денег вложило. Богданов был генеральным директором, вдруг стал собственником. Он хороший буровик, там так далее, да. Ну, Вы же видите, как он распоряжается. Он захотел, он построил себе полосу в тайге. А почему нельзя было эту полосу построить в Ленске? Да и плюс еще людей наших сажает, там, дорогу прикрывает. Ну, ведет себя просто это. Вы вспомните, Трутнев даже высказывался про это. Да? Ну, что может делать Трутнев, если Богданов олигарх у нас? Это после 91 года по первым руководителям. Да, действительно, вот до 94 года у нас было все прекрасно, собственность была вся наша. А с 95 года у нас вдруг финансовый кризис.
Ну, мы все помним. Даже зарплаты не могли выдавать. Все. Зарплаты не могли выдавать. Ельцин приехал по приглашению Михаила Ефимовича. Тут целовались, обнимались, начиная от аэропорта до Тарту, потом провожали обратно в Москву. В этот год Ельцин, ну, республика имеется в виду, не смог формировать бюджет республики. Ну, тогда мы были депутатами, и прекрасно помним. По кварталам распределения было, бюджета практически не было. А после ухода Ельцина, вот когда Владимир Путин стал президентом, у нас деньги были передостаточно. И по сей день. Нам грех жаловаться. Конечно, столько продавать, конечно. Да. Столько нам грех нет. Продавать, конечно. Инвестиции идут оттуда. И это разные направления, программы и так далее, и так далее. Не хочу, но надо работать. Сегодня такая ситуация. Сегодня финансы есть. Дальше как будет, неизвестно в связи вот, с военной операцией. Но до сегодняшнего дня, до этого года финансы у нас есть. Грех жаловаться. Но у нас дела не идут, не шли и не идут. Ну в чем причина? Вот вы только что сказали, что у нас полный провал по промышленности и никто не занимается. Получается так. Ну я ситуацию детально по промышленным отраслям не знаю, что к чему и так далее. Но я знаю, что у нас не работает федеративные договора, которые раньше были, и не работает у нас в пользу республики 72-я статья Конституции Российской Федерации. Мы ничем не владеем, кроме сельхозугодий. Там четко расписано, что недровое богатство, водные ресурсы, лесные ресурсы – это совместное ведение. Поэтому вот кратко мой вопрос. Мы идем на выборы. Вот. Этот состав отработал 5 лет, ну, не будем говорить о сентябре, как бы ни говорили, результата нет. Так же работает правительство, так же работает Ельцин. А мы говорим, что еще надо вот доверить этим людям. А ситуацию только что обрисовали. Еще будем надеяться, имеет надежду то, что они воспрянут духом, и пойдут, общими словами говоря, по правильному пути. Я сегодня, сидя у вас вот на этой конференции, которую вы проводите, абсолютно не уверен, не надеюсь даже. Вот вы говорите, вот Сергей ушел, задал вопрос, а вы сами как хотите участвовать и как желаете поправить, какие намерения поправить это положение. Вы говорите, подождем до выборов. А на выборах массовый психоз будет. Никто этими программами, экономическими направлениями, никто не будет заниматься. Просто агитационная работа будет. Поэтому я думаю, что вот мы друг общаемся часто. Надеяться, что именно в этом ракурсе будет разговор. Конечно, обсудим ситуацию и примем некоторые решения, хотя бы общими словами. Пойдем, словами Владимира Ильича, должны пойти иным путем, не сегодняшним курсом. И вы конкретно, хотя бы Сергею не ответили, на что надеетесь? Смотрите, вы сказали, до 95-го года у нас все было нормально, да? А после 90-го года у нас финансы просто плохо. С 95-го по 2000 был кризис. Да, 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 да. А почему так произошло? Я коротко отвечу. Да. Я же с Робертом Андреевичем очень близко общался. Да. Мы с ним еще в Москве познакомились, когда они с Амиром Максимовичем делали основу республики. Они жили там год, жили в Москве, гостинице Москва, и занимались приватизацией вот этих всех производственных этих. Объединение Якуталмас, так далее. Вот эти два мастодонта, да, два экономиста, финансиста, Роберт Андреевич и Амир Максимович и Идиатуллин. Вот они вот это принесли нам вот эту модель. Когда Алроса все стала республиканской, да. И к нам правильно потекли деньги, к нам активы пришли. Там ошибка была очень большая.
Потому что Михаил Федорович начал создавать очень много фондов, очень много банков. До сих пор они существуют. До сих пор он начал создавать вот эти вот банки, там, да, 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 да. Роберт Андреевич говорил, да, давайте не будем вот, ну, распылять деньги. Он так и говорил. В 95-м году, в 96-м году на выборах Михаил Федорович останется без денег. И как год доглядел. И вы же помните, да? Сахакредитбанк создавали, Володя. Сахакредитбанк. Афанасий Степанов кто, кем был до этого? Председателем сберкассы Покровская. Я напоминаю, Покровская. И вот Михаил Федорович его берет своего земляка, вот, кассира, начальника кассы, берет и делает банкиром и дает ему миллиард долларов. Результат какой? Через полгода дыра 700 миллионов долларов. Вот Роберт Андреевич сразу ему в лицо говорил, вы не путайте банкира с кассиром. Вот и получилось, мы столько много денег потеряли, да? Вот, поэтому вот так получилось. А то, что вы говорите... А то, что вы говорите, потом пришел Строп, у нас деньги рекой потекли. Естественно, мы все начали налево-направо продавать, конечно, деньги появились. Но это было сиюминутное. Вот Михаил Федорович смотрел вперед, он создавал это, да, он собирал камни, а этот Вячеслав Анатольевич пришел и сразу все разбросал. Ну, ему надо было сейчас и здесь. И в итоге мы сегодня имеем вот эту дырку имеем большую, да, ну, мы не имеем собственного дохода при таких этих оборотах и так далее. Поэтому вот это, я не говорю о том, что у нас провал. У нас нормально все. Но политика немножко неправильная, его надо подправить, баланс надо выправить, надо, чтобы мы из этого, вот этого, из 2 триллионов, там, она будет дальше расти. Еще раз повторяю, 2 триллиона это мелочь это для республики. 30 миллиардов долларов это мелочь. Это один олигарх, одно олигарха, серьезного олигарха, обороты. Да? Дальше же будет расти. Мы же должны смотреть 10-20 лет назад. Вперед должны смотреть. И что будет дальше будет. Так будет. Поэтому у нас не провал, у нас все нормально, но есть вот этот перекос, который нам надо перестать все время этот бюджет, все. Мы сидим все вокруг бюджета. И все этот хватаем бюджет, дорогу строить, бюджет, школу строить, бюджет то делает, бюджет это делает. А сами-то пока ничего не делают. Ну, то есть доходов своих мало. Вот о чем я говорю. Вот же, вам же привел пример 50 буровиков. Это что такое? Что мы должны сделать? Ну, более конкретизировать. Ну, предварительно работать на выборы работать. Мы должны. Я же многими же общаюсь. Ну, допустим, у меня вопрос опять кадровый. Да? У нас сегодня правительство кто-то производство никогда не спать. Хоть вот уровня Корнева, Мамедова, Ильковского. Или есть у нас производственные потом? Начиная от министра, замок там и так далее. Есть ли? Айтишники, по-моему, там. Айтишники там. Вот ошибка, понимаете, это кадровая ошибка. Да. Я считаю, что это кадровая ошибка, но надо же это все исправлять, поэтому у нас есть выборы. Я беспартийный, да? Беспартийный, во-первых. Во-вторых, лично я сам пойду на выборы, или не войду, это не важно. Это не важно. Это для меня достаточно пройденно это. Я могу, не будучи депутатом, как-то, ну, это, да, но я помогу, я создам офис, я создам, найму туда технологов, я найму там, ну, все, что я умею делать, да, и я буду поддерживать это мандатник. Не по партийной принадлежности, а по его убеждению. Ну, у нас же есть же люди нормальные, у нас есть, у нас республика же маленькая, вот. Мне не нравится, когда наша маленькая республика, мы все грыземся друг друга. Преследуем там, оппонента преследуем, уголовные дела возбуждаем, это. Ну это же со стороны же, это же выглядит же смешно, в конце концов. Да, ну так меньше, всего лишь даже миллионы меньше народу, да, и друг друга не можем. А политику нельзя запутать. Политика это, у нас культуры нет политики, политики нет культуры. И вот власть допустит неудобных, сильных кандидатов, фильтры опять. Они же научились в последние два срока вот, не пускать сильных кандидатов. Поэтому у нас самый-самый ультимен последние два, вот какой у нас, пятый и шестой, это вообще слабаки. Вот я помню, были первый, второй, третий, очень такие
увлекательное зрелище, это самое, выборы. Потом пошли, это просто, ну, готовые депутаты пошли, понимаете, естественным путем рождаются депутаты, и очень налицо такое. И вы говорите, будете поддерживать одномандатников, они же в основном пойдут потом под флаг вот официальной же власти, потом они... Как всегда, якутские депутаты, которые избраны из сельских районов, они всегда первые предатели. Предатели номер один своего якутского народа. Первым будут голосовать против субсидии молока, там скажут, что денег нет в бюджете, не хватит там. Мы-то имеем опыт, ну, есть с чем сравнить. Есть с чем сравнить второй созыв, третий созыв. Интересные были. Да. Ну, поэтому... Надо, вот почему я говорю по убеждениям, по этим, да, ну, потом, одномандатники же, они же, если даже их выдвинет Единая Россия, выдвинет коммунисты, да, одномандатники, они не подчиняются партии, да. Они по закону партии могут выдвигать других, ну, беспартийных могут выдвигать, и не обязательно это, да, поэтому тут этот... Вопрос такой, вопрос, а политику-то делают люди. Люди делают, да. А мы, естественно, Илтумен мы давно превратили департамент на этого. Департамент превратили. Мы нарушаем Конституцию. У нас Конституция, что у нас есть три ветви власти, да? Ну, опять вернемся. Кто выбирает-то? Как будто тащат за руку и говорят, голосуй за того, да, за того или иного, что-то. Власть никто никому не дает, власть завоевывает. Правильно. Ну как завоевывает? Сейчас я свое пожелание выскажу. Раз вы решили повлиять и в какой-то мере организовывать одномандатника по предстоящим выборам, вам надо шире взять. Охватить надо будущих членов Совета Федерации, думских депутатов, имеется в виду, кто будет следующим. Немножко пройдусь по членам Совета Федерации и Госдумы. Они вот, начиная с первого созыва, кончая последним, что-нибудь конкретное для республики ставили вопросы перед этим органом, перед Советом Федерации, перед Госдумой. Вот Михаил Ефимович говорят, что он как-то активно работает, ну, условно будем так говорить. 8 лет был членом Совета Федерации, не только членом, заместителем председателя. Что делать для республики? Какую программу он настаивал принимать, даже здесь, в республике? Какие вопросы поднимал в Совете Федерации? А потом 5 лет был депутатом Государственной Думы. Опять никаких вопросов. Сегодня Государственный советник республики. Как на пенсии сидит, ничего не делает. Возьмем Акимова. Возьмем Борисова, возьмем Данчика, ладно, по финансам, наверное, Галина Никитина работает, поскольку финансы поступают. А остальные, Тумусов, 4 созыва, в течение 4 созывов, чем занимается? Ничего. Их надо пригласить вот на такие мероприятия. Они, конечно, не придут, но вы с Айсеем Сергеевичем в хороших, нормальных отношениях, пусть перед народом они отчитываются, хотя бы по последнему созыву. Абсолютно они ничего не делают, на мой взгляд. Ну, мне 71 год сегодня. Всех их знаю. Моложе. На несколько дней моложе. Вот Арсений Сергеевич этим должен заниматься. Я анализирую все его действия по промышленности, по кадровой политике и так далее, вдруг появляются зампреды. Никогда их нога не вступала в нашей республике. Почему он таких людей назначает зампредом? Ладно, на председателя правительства есть влияние федерального центра, он никак не может отказаться. А по заместителям, почему его мнение не должны услышать там? Но своих-то кадров есть, нормальные кадры по тем отраслям, которые они сегодня занимают. По вопросам отраслей закупочных цен, по
тем или иным продуктам сельское хозяйство и будем кормить этими субсидиями, у нас подъема сельского хозяйства не будет. И последнее. У нас во всех министерствах, во всех отраслях одни нарушения. Ну, будем говорить, массовая коррупция. Министерство здравоохранения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство сельского хозяйства. Вот Афанасьев Василий, его посадили. Сейчас уходит. Крайним сделали, на мой взгляд, я его не знаю. Ну, он выступал в некоторых совещаниях и так далее. Не мог он сам это создавать, такую структуру, как отмывание денег. Чем занимался министр, чем занимался первый заместитель министра по финансам? Он просто раздавал субсидии и деньги собирал. Без бедного министра и первого заместителя он сам не мог сделать это. По Министерству здравоохранения. То есть сам взял да подписал что-то. С подачи правительства, конечно. Поэтому это все надо искоренить. И на эти бувара, как говорится, открытый должен быть разговор. По всем направлениям нашей экономики. Только тогда мы можем агитировать нормальную ситуацию создавать предвыборная кампания. А и в общем словами там бюджет столько-то триллионов, и такие направления надо как бы усилить внимание и так далее. И положительных результатов мы не получим. Поэтому если бы взяли курс повлиять на выборы, надо собирать тех людей, которые сегодня мы придем, как скажете, мы придем, но пусть приходят те люди, которые сегодня ответственность несут, доверие получили. Совет, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, от правительства, от Ельтемяна, первые руководители пусть приходят. Тут стесняться мы не должны, если мы хотим положительных изменений. Тут 100% я, Михаил Семенович, согласен, да? Открытость должна быть. Даже вот смотрите, вот даже сегодня, да, сегодня, вчера мне очень много было записано, очень много было записано. Я только что мало. Я потом сказал, все, уже хватит, каша будет. А сегодня утро 9 утра началось. Так, срочное совещание. Я фамилии не буду называть. Я подумал, это случайно. Потом раз, второе. Срочно вызвали туда. Заболел. Там. Я уже понял, что это пошла какая-то, это уже пошла команда, да. Ну не пойти. Ну вот меня даже боятся, да. Ну, что меня-то боятся, да. Поэтому вот это самое главное, да, вот это вот пытаться убегать от диалога с обществом не получится. Времена уже другие наступают. Понимаете, там пытаться там все вот так решать. Ну нельзя так делать, да. В конце концов, у нас тоже терпение есть. А то, что касается сегодня коррупции, да, тоже есть это. Сегодня, мне кажется, уже опасно уже быть чиновником. Потому что очень много вот этого шума, да, который не из-за чего. Просто не из-за чего. Столько много бюрократии, что любого чиновника можно поймать. Здесь бы поставили задачу, любого чиновника можно поймать на чем-то там. Тут. Малая авиация. А вот у меня такие вопросы, вы, наверное, больше, ну, как бы в теме. Вообще есть какие-нибудь адекватные законы, которые касались бы малой авиации, ну, вот как российский закон, так и в нашей республике? Да, вообще вот на основании чего она должна появиться, работать, каким образом там происходит сертификация, вот, наравне со всеми другими самолетами? Да это есть, все возможности. У нас только нет желания. Да, вот 30 лет мы занимаемся, извините за выражение, анонизмом занимаемся. У нас все, вы помните, я недавно это открытое письмо написал, да, просто не выдержал. Я же авиация тоже, сам авиатор, поэтому душа болит. Вот, написал же, что трудного в том, чтобы взять и организовать на северах
регулярные полеты на Анвар. Ничего. Ничего не мешает. Да. Но это вот, понимаете, вот это, когда начинается, нету, это отговорки. Нету, да, нету того, нету этого. Нету Байкала, но есть Ан-2. Нет такого понятия старый самолет, понимаете? Есть понятие годный или негодный. Но Ан-2 же летает, летает. Почему-то вот на днях был этот конкурс, 14 самолетов Ан-2 было. Почему-то этот ростовский опять выиграли. Почему этот, наши полярники не участвуют? А у них есть достаточное количество? Есть. Просто у нас нет желания. Вот нет желания просто того, чтобы что-то делать. Вот когда это письмо я написал, оно очень было резонансное, его Илдархан его отписал в министерство отписало полярники общаются, там так далее. Обсуждали, дошло до того, до абсурда, что там один из руководителей замов, да, полярников мне говорит, да мы не можем Тикси поставить самолеты, потому что там пурга. Да твою, извините, ну как это, мы всю жизнь летали, я сам Тикси начинал работать. И всю жизнь мы летали, там на Ан-2 летали, на вертолеты летали, а вдруг там пурга стала мешать. То, что Ан-2 может летать. Ну, это просто один из этих вариантов, там было обсуждение, было вот такое. Поэтому есть все. Даже вот смотрите, очень же просто. Вот поставил в Тикси 2 Ан-2, да, пусть он летает там, раз летает Таймалыр, там два раза в неделю летает Таймалыр, там и так далее. Кусюр летает, как раньше у нас было, там Барагонцы летает. Ну, хватит там работать. Но они это говорят, потому что тяжело подготавливать площадки, тяжело там то, этот, и нету пассажиропотока. Как будет пассажиропоток, если у вас нет предложений? Руководители полярников, они сели на этом, да, на бюджет, и Ми-8 ставят туда. Естественно, Ми-8 очень сверхдорогой этот аппарат, да? Он выполняет там. Раз в месяц летает, когда там народ скопится, да, летает, и они вот так вот, вот таким образом. А если вот так вот, представьте, это же очень просто. Если бы там самолет летал, да, ну пусть он первый год, пусть летает убыточно. Но народу надо привыкнуть. Колония в основном Саха, большая половина, да. И это сейчас в данное время нету колонии общего режима, поэтому впервые осужденных отправляют это пределы республики, да, и в том числе в эти дни вообще много, их вообще мало тут у нас. По идее, могли бы какую-то колонию сделать это общего режима, да. Тема Ара и Тарля, вы вроде не то что последователи, а вообще так тоже поддерживаете. И в данное время очень трудно работать с УФСИНом. Вы как-то писали, что хотели бы так эту тему вообще в открытую как-то. Ну, когда дойдет до вас эта тема? Типа такой вопрос. На самом деле очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Потому что у нас рецидив очень большой. Очень большой, да, 70, минимум 70% у нас рецидив. Это вот первоходки, которые, ну, первый раз попадают, и потом все возвращают. Ну, я по жизни знаю, ну, сколько вот, я же там 3 раза был, сколько вот тех ребят, которых я повидал, все или спились, или убили, утонули, в аварию попали. Единицы, кто после этого... Нормально это приходит, реабилитируется нормально, но у нас нет системы, нет вот этой вот системы, да. И то, что закрыли общую, да, вот эту общую, ну, тут у меня лично двоякое отношение, потому что, с одной стороны, когда у нас здесь была своя колония общего назначения,
И многие его назвали, это не колония, а лагерь, ну, пионерский лагерь. Да, они очень там жили вольготно, ну, все-таки дома же, правильно, да? Дома, там еда, телефон, там все, ну, все-таки дома поддерживает это, да? Вот так вот было. А сейчас они, где я не знаю, где они там, в Комсомольске, да, в Иркутске, это, да. Но эту же тему мы не можем, это же тема это, федерального этого, да, мы не можем его поменять. Даже если захотим, не можем поменять. Это федералы сами решают, как это делать. Ну, но вопрос работы, вот я сейчас слышал, готовится закон, да, или уже подписан, или, может, вы знаете, по реабилитации заключенных. Если заключенный выходит, ему дается определенный этот, дается набор льгот. Строить, ну раньше было, это раньше было, но раньше на, было там, столько-то процентов должны набирать на работу, ну и все, общие фразы. А сейчас уже конкретно, человек вышел, освободился, он попадает в категорию, ну, категорию, скажем так, ЗК. И ему предоставляется много статусов дается. То там, это, социальные выплаты, там, реабилитация, там, так далее. Я пока этот закон не знаю. Да. Но у нас в республике, это же Бейвидовлар Мупалавтра, это же наши дети, наши чьи-то сыновья, чьи-то там отцы, братья. У нас нет работы. У нас нет работы. Он Володя, по-моему, чуть-чуть занимается, занимался, сейчас я не знаю, занимается или нет. Сколько да. Другие стали нет на Казанце? Ну я, вот, я, а... Я не секрет занимался. Да, а на республиканском уровне, на государственном уровне нет, никто не занимается. Никто не занимается. Да, сразу, слушай, да. Официально зарегистрировали религию, но у нас тут тоже бардак. Бардак. Тут у нас каждый как хочет, так и его трактует. Но все равно этот расприняли, зарегистрировали религию, это закон. Ну, то есть это же должны же быть каноны, должны быть это. А у нас каждый кто чего только несет. Каждый чего только несет. Да, у нас он. Помните, Министерство культуры у нас занимается темными делами, да? Когда это, извините, это, ну, нельзя же вот это вот. Поэтому у нас тут тоже надо наводить порядок. В части того, что управление активами республики, человеческими ресурсами и теми компаниями, которые у нас работают не в нашем подчинении, оно упущено, это факт тоже, надо это обсуждать. Кадровая политика, которую здесь вы затрагивали, в общем-то, неоднократно выступающие говорили, это вообще сегодня беда в целом, в общем-то, России, в частности, в республике, по кадрам местным. Но это я говорю о том, что в свое время мое предложение было это провести административную реформу. В ней усматривается чуть ли не до семинарий. Ну, конечно, это должны быть не семинарии духовные, это должны быть семинарии, которых мы, органы муниципальной государственной власти, будем обучать. Органы – это люди. В муниципальную власть сегодня приходит глава, у которого нет магистратуры, он управляет этим, причем у него образование гуманитарное. И он его получил 25 лет тому назад, не работая по специальности. И он не знает, что такое экономика современная. Он в рыночной экономике никогда не жил. Он получал всегда заработную плату, значит, где-то там из кассы на гос или там на муниципальном предприятии, и он собирается управлять. Но между тем власть, которая сегодня в рамках, ну скажем, правящей партии и так далее, она его фактически назначает, потому что безальтернативно, и старается от него получить продукт. Это совершенно неправильно. Поэтому мое предложение здесь, вот рассматривать этот вопрос уже более широко, на государственном уровне, ну я говорю о муниципальных, в общем-то, органах власти, и республика сегодня, в частности муниципалитеты, стали полигонами для испытаний. Ну получится, получится, как последние вот разы в муниципальных образованиях, щепа не горит, уголь не колется. Ну до смешного дошло. Как это так? С вертолета, с самолетов картошку сбрасывают там. Ну вот это вот, вот эти все игры, которые мы наблюдаем, это говорит от отсутствия ну, образованности или практик. Поэтому, Афанасий Николаевич, у меня с вами сразу вопрос. Вы сейчас заметили о том, что хотите поддерживать на выборах в органы государственной власти или других кого-то, а сами участие в выборах. Лично я сам, да, особо не настроен, вам честно скажу, потому что для меня это как бы пройденный этап, да,
Вот. Потому что я, если пойду депутатом, я привык работать. А что такое? А что такое? Вот я 12 лет отработал, 12 лет общественным депутатом, да? За 12 лет я получил 12 тысяч рублей, смотри, представительских расходов. Ну, это я не об этом. Депутатом быть, это надо работать, надо работать. Работать, работать, работать. Я ну, года же идут, года идут, уже нам уже не 30 лет, как раньше. А опыт куда передавать? Ну вот для этого и... Вы не уходите от своей ответственности и обязанности, которую вы от своих народов несете. Вы же как человек, который несет вокруг обучающее пространство, с опытом большим работы в авиации, управлении крупными предприятиями. А сегодня как раз кадровая политика заключается в том, что нам практиков не хватает. И сегодня вот так говорить могу я, не могу, мне кажется, это политические как бы, ну, даже нет. Поэтому вам надо непосредственно принимать участие в управлении республики, а это через органы представительной власти, обучать молодежь. Посмотрите, сегодня же принять решение в госсобрании не могут самостоятельно. У них нету данных, они не знают, как это делать, а вы знаете. Так что вы подумайте. Поэтому у меня есть предложение в этой части. Вы вот правильно совершенно заметили о том, что такие дискуссионные площадки, и Михаил Семенович заметил, что придется власти их слушать. Разрыв диалога между гражданским обществом, про политические я там отдельно скажу, и органами власти, всех уровней, муниципальных, поселенческих, он разорван. То есть их поделили на своих, которых можно слушать, и тех, которых не надо слушать. И таким образом столкнули лбами два лагеря в республике. Простых людей, которые хотят просто выживать, и политически склонных, скажем, гражданских лиц. Поэтому вот здесь, Михаил Семенович, совершенно вы вот прямо точку говорили о том, что надо власть понудить к разговору открытому. Отсюда у меня есть предложение. Первое. Создавать дискуссионные площадки. Вот сегодня как пилотный проект, пускай оно заходит. Афанасий Николаевич, может, вы возьмете под свой патронаж, я готов в этом участвовать. Открыть свой канал, телеграм-канал, в котором будет еженедельно выставляться та или другая тема. Я их вот сейчас накидал, ну, как альтернатива. Причем я знаю, что сегодня, услышав меня, сегодня срочно придумают альтернативу. Это я уже на следующей неделе, это будет общественная площадка. Но ничего, мы продвинемся дальше. Первая, допустим, тема – диалог власти и гражданского общества. Это то, кто не политизирован, то есть должны люди услышать. Это банальные вещи – ЖКХ, социалка, школы, дороги и так далее. Это как будет затравка. Следующий момент – открытый разговор с политиками. Не надо сегодня прятать голову в песок, и что сегодня в республике нет оппозиции. Сегодня в республике оппозиция сидит вон в Государственной Думе Российской Федерации. Одномандатник. Это протесты и голосование. Его не надо, пожалуйста, там со счетов убирать. Вот эта вот несистемная оппозиция, она существует, и с политической точки зрения это опрометчиво власти это не признавать. Потому что это мина замедленного действия, которая живет на нижнем уровне. Вот сейчас Михаил Семенович представитель этого. И это может в свое время, ну, назовем так, гражданский всплеск произвести. Следующая тема. Нам здесь жить. Сегодня наши земляки уезжают за пределы республики с легкой душой, продавая квартиры, дачи, выезжая за пределы, как будто бы они здесь последний раз находятся, чуть ли там не с проклятиями. Такого никогда у нас не было. Следующая тема. Работа с молодежью и перспективы. Это как раз кадровая политика. Демография, молодая семья, и теперь я перехожу к одним из самых важных ценностей, духовность и религия народа саха, о которой сегодня много говорят, как старые коллеги, давайте с глубинных окраин республики приглашать людей, выезжать к ним, создавать там дискуссионные площадки, пока есть возможность, зимний готовится у нас с вами в апреле месяце, открывать там семинары в части как нам дальше жить, с какими, и заставлять власть в этом диалоге участвовать. Чтобы мы между собой были. Начнем с муниципалитетов, перейдем на муниципальный уровень городских поселений. Мирный, Ленск, Алёкма, Нерюнгри, Алдан, Якутск.
разделимся на группы, создадим комитеты, которые будут возглавлять люди, например, по гражданским отношениям в муниципальном образовании, там, в Алайховский улус, например. И очень много людей недовольных, которых не слышат. Слушают, но не слышат. Депутатский, Устьянск, границы арктических территорий. И тогда мы заставим в этот сезон 2023 выборной кампании власть нас услышать. Или нас как провайдеров от людей. И вы сегодня говорите о том, что мы должны как-то, ну должны быть предложения, значит, как? Как мы должны разговаривать с этой властью? Кто должен там быть с их стороны? Формальные специалисты, которые выезжают на отчеты, или должны быть первые лица по тем или иным темам? Кто будет в администрации главы республики, либо в департаменте по работе с муниципальным образованием курировать этот вопрос? Создастся ли комиссия по религиозным отношениям в республике Саха-Якутия и религии народа Саха? Будет ли это рассмотрено на комитете госсобрания Ултымы? Нам же просто мы только это озвучиваем, а ответов оттуда не слышим. Все говорят, да, мы запротоколировали. Где после протокола решение? Кто исполнитель этого решения? Какие институты к этому подключены? Министерство культуры, Министерство духовности, там, что еще там есть? Министерство партии чем делает, занимается? Если люди жалуются, интернета нет. Министерство об инновациях говорит, что все везде летает, а люди сидят в пандемию, не могут прочитать просто письмо друг другу по WhatsApp. Вот эти вопросы нужно сегодня, Афанасий Николаевич, коль вы хотите патронировать, это, мне кажется, поднимать. Это актуальная тема. Или мы поговорили так и ушли отсюда. Вот мои предложения, которые я сейчас озвучиваю. Давайте начнем с того, что на будущей неделе дискуссионную площадку создадим. Давайте. Давайте ее будем делать в Якутске, а выйдем прямо в Усть-Маю. Например, вопрос по вырубке леса. Или, например, Чурапчу. По ряду вопросов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечения их субсидиями. Или давайте поедем мы в Амгинский, Сунтар. Все земляки работают. Люди там живут, они в Якутске только. Ты же знаешь меня, да, сколько знакомы, сколько. Поэтому я только за диалог. А то, что власть боится, это он ошибку совершает большую. Да, то, что все равно с народом рано или поздно надо будет общаться. Надо ехать в Мекино, в глубинную, или в Санихтат, в Алёкминске. Или вон где-то в Наме, Хамустахе, где-то в Вервиле остановиться. А не здесь сидеть, разговаривать с тобой и ждать, пока они к нам придут. Вот там сидят люди, от которых больше всего зависит жизнь республики. Я согласен. Я сказал, что в горах я буду так все равно, так иначе буду участвовать. Вот. Поэтому будем взаимодействовать, Владимир Ильич, будем взаимодействовать. Я за реальные дела. Когда будущий Ултымен наконец-то будет полноценным, там говорят, многие функции там вроде срезали там. Как вы считаете, ваше вот наконец-то будет наподобие первого, вот во времена Михаила Николаева был очень сильный Ултымен. Первый период Штырова вот очень такой, мы знали, будет, он похож будет. Все-таки считайте вот это. Вряд ли. Смотрите, это все зависит. И Борисов никогда не боялись открытого диалога в парламенте. Никогда. Да, у Штурова очень много было с вами против генералитета, и Михаил Семенович, помните, практически там 80% было вот так руки. Но диалог-то шел, люди же слышали и слушали. Раньше же можно было в дискуссию входить, они говорили, два выступающих, по вопросу и все. Сегодня так. А раньше мы один бюджет обсуждали два дня. Только два дня обсуждали первый вопрос. Сегодня Ултымана, такого Ултымана мы еще в своей жизни не видели. Да. Такого Ултымана мы не видели. Но в Ултымане тоже люди очень многое решают. Да. Какой год это был, когда прокурора избрали? Да? Николай Иванович не пустил его. Да я не помню, да. Когда я уже не был депутатом. Да я уже не был депутатом, но когда Егор Афанасьевич вышел и хлопнул ногой и сказал, а ну-ка переголосуйте. И тут же раз стали переголосовать. Ну себя это надо хотя бы уважать, да? Когда проголосовали против прокурора,
против прокурора, когда проголосовали. Помнишь, да? Ты был тогда? Был тогда депутат? Да, 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 да. А потом тут же Егоров Насис вышел, бам-бам, там, топнул ногой. И переголосовали. Ну вы же к себе это уважаете. Ну, во-первых, вы нарушаете свой регламент. Во-вторых, вот, ну, после этого я к этому уже, ну, сколько это прошло уже сколько? Уже почти 10 лет. Да. Поэтому вот вопрос такой, я на ваш вопрос отвечаю. Жизнь, она как маятник, понимаете? Да, вот все вот так вот дошло. Вот маятник сейчас достиг уже предела, ну, он за своим махом, да, достиг своего маха. Теперь он будет, хотим мы этого, не хотим, он дальше будет.